Брейвик заявил о раскаянии в теракте в Норвегии. Норвежский стрелок Андерс Брейвик, от рук которого в июле 2011 года погибли 77 человек, впервые заявил, что раскаивается в содеянном. Норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил о раскаянии за совершенное им убийство, сообщает Verdensgren. По информации издания, Брейвик направил администрации тюрьмы, где он содержится, письмо, в котором заявил о раскаянии за свои действия и об отказе от фашистской идеологии. Напомним, ранее Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию Брейвика о признании факта нарушения его прав в тюрьме. Брейвик является организатором и исполнителем теракта в Осло 2011 года, в результате которого погибли 77 человек, а 151 получили ранения. Брейвику разрешили романтические свидания. В 2012 году у Брейвика приговорили к 21 годам лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.